Ярче? Ярче. Рема, меня слышно? Нас, кажется, ярче уже убили в тылу. Черная метка, черная метка моя. Я имею в виду, КВшка, скорее всего, захвачена. Проверка. Дал синюю метку, вот тут уже противник пехот.
Живые остались? Проверка. Медики здесь. КС тоже тут? Не слышу. Шельтан, ты что ли? Да, да, да. Здорово. Это сам Абикон. Он был, видать, на своем КВ, он сидит в здании рядом с нами. Еще передача? Да, не-не, я тут на своей актуальной метке отдал на юге. Забрал вражескую снайпу с глушителем, просто как бы меня свои не убили. По тебе стреляли? Да, 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 да. Если ДВшка есть, скажи, пожалуйста, по дальней. Я у вас на КВшке сейчас перешел. Даю метки, я смещусь к вам поближе. Буду вас прикрывать, снайперки глушеные, не пугайтесь. Да, пока что у меня танки тут рядом. Все.
На улице или внутри здания? Так, у вас на западе, в соседнем здании враг. Брат, ты уверен, что это враг? Это 100%. У него белый бронежилет, светлый. Посередине? А посередине у вас какая-то война идет. Это я стрелял. Я наружу стрелял. Наружу? Я думал, в дом уже зашел. Там танки. Мысли. На северо-восток. Да. Почему-то прокрикался дым на F1 гранату. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.